Всем привет! Консервирую помидоры. Собственно, это будет маринование в мягком маринаде. Вот взял вот такие круглые, крепенькие помидоры. Но не стопроцентной спелости. Ну, скажем, через два дня они были бы стопроцентно спелыми. Я сделаю литр маринада, 5 чайных ложек соли, столько же ложек сахара, но уже не чайных, а столовых. 5 чайных соли, 5 столовых сахара и 3 столовых ложки 9% уксуса. Маринад будет достаточно мягким. Литр кипятка, чтобы все это быстро растворилось. Пока буду заниматься помидорами, ну, этот кипяток подостынет. Попробовал, кстати. Ну, очень вкусно. Может быть, выпить просто так. Маринад остынет, но останется горячим. Я нарезал 3 зубчика чеснока. И у меня 2 большие литровые банки, вот они на первом плане. И 2 маленькие там в запасе, если сюда помидоры не поместятся, я заполню 1-2, может 3 маленьких банки. Нарезал 3 зубчика чеснока и 2 крупных зубчика чеснока, оставил целиком, добавлю. Окунул помидоры в кипяток, буквально минута-полторы, потом чуть-чуть в холодную воду, и они мгновенно разденутся. Ну, что и произошло. Вот видите, легко и просто снимается кожица. Режу на половины, а если крупный помидор, то можно резать на четвертинки. Ну, срезаю вот этот остаток плодоножки. Ну, тут все очень просто, куда? Проще некуда. Ну вот на четвертинки кладу в другую миску, то есть, возможно, буду добавлять в пол-литровые банки нарезанные более мелко помидоры. Ну, все это быстро происходит. Начинаю заполнять литровые банки, цельный зубчик, 1, можно 2, конечно. Укладываю помидоры довольно плотно, но не трамбую, так. И чеснок резанный пластинами тоже добавляю. Ну, произвольное количество. Ну, вот заполнил одну банку. Поместилось так много, а помидоров всего было где-то 3 кило, 3300. И смотрю, что у меня вот эти 2 банки литровые я заполнил, а на маленькие ничего не останется помидоров. Ну и ладно, ничего страшного. Ну, так и сделал, точно так же собрал вторую банку. Добавляю душистый горошек, перчик, ну, 4-5 горошин. И черный перец горошком или смесь перцев, ну, тоже 4-5-6 горошин. И заливаю этим кипятком, который уже не кипяток, а, ну, просто горячий рассол. Ну, довольно высоко, вы видите, ну, под горлышко практически, под краешек, вернее, банки. Еще раз попробовал, ну, очень вкусно. Ну, беру подходящую емкость, кастрюлю, укладываю ткань какую-либо, и 2 банки, их надо стерилизовать 15 минут в кипятке. Крышки я просто накрыл банки крышками, не заворачивал. Ну и добавляю горячую воду. Еще бы повыше было бы неплохо. Ну, по плечики банки. Ну, немножко у меня вот в эту кастрюлю не получится. Ну, ничего не смертельно. Довел до кипения, и вот при слабом кипении держал 15 минут. Завернул крышки вот так вот слегка. Сильно не завернешь, банки горячие. Перекладываю на доску и заворачиваю. Для этих заворачивающихся крышек большое усилие ни к чему. Так,
немножечко так раз завернул. Если не найдете такие помидоры, вы можете использовать сорт сливка. Да, посмотрите конечные заставки, дам еще варианты интересные заготовок. Помидоры, огурцы, еще что-то. В конце дам обязательно. Ну, в общем-то, смотрите, все просто. И в этом мягком маринаде помидоры получатся, ну, очень вкусными. Сделайте. Всем приятного аппетита. Пока.